Ребята, всем привет! У меня в последнее время много строительных влогов, поэтому я решила чуть разбавить домашними. Сейчас забрала, то есть на дом привезли, но меня сложно найти, поэтому я выезжаю там на другую улицу, и забрала целый пакет с рыбой. Есть группа, в которой как бы есть список рыбы, которую везут с Норвегии, и я... В общем, сделала заказ, сейчас загружу в морозильную камеру и будем есть, потому что хочется покупать хорошую рыбу, и там как бы добавили меня в группу, там классная рыба. Решила попробовать, сейчас покажу, что купила. У меня морозильная камера на 320 литров, поэтому можно загружать туда свободно. Там у меня и фрукты свежие обычно покупаю, и мы целый год их кушаем. И вот рыбка. Сейчас покажу, что я заказала. Они развозят по всему Киеву. Я решила взять всего по чуть-чуть, чтобы попробовать. Мидий килограмм, там, по-моему, морской коктейль, там, сейчас глянем, он или в килограммах, или уже упакованный, там, по-моему, 800 грамм. В общем, сейчас глянем, я уже не помню. Потом копченые кусочки, хек, окунь. И не помню название рыбы, она еще как-то называется по-другому. Вот в группе писали, что она очень вкусная. Вот я взяла на 1000. Покажу, как она выглядит. Все фасовано, все заморожено. Сейчас пооткрываю, я вам покажу. Вот, пооткрывала вам. В пакете все фасовано. Хек, мидии, красный окунь, копченые кусочки. Здесь, в общем, набор коктейль. Морской, и вот эта вот рыба. Я ни разу ее не покупала, ни разу не готовила, поэтому не знаю. Посмотрим, я сделаю, наверное, одну часть мультиварки, другую пожарю и проверим, как она. Вот, поэтому я считаю, что очень хорошо, отзывы очень хорошие у группы, так что удобно. На самом деле, я, можно никуда не выезжать. Я и мебельщиков нашла через нашу группу, рыбу заказываю, игрушки заказываю, то есть все по месту. Мне в Киев даже выезжать не надо. Очень удобно эти группы в Вайбере. Девочки меня просили, говорит: Ань, строительные влоги, все классно, все нравится, только, пожалуйста, включи еще чуть-чуть фэшн и бьюти темы. Поэтому включаю. Смотрите, у меня обновки, это костюм я в Инстаграм показывала, для молодого человека, у него такой цвета оливки, ему очень понравился, он говорит, хочу такой еще черный, да-да. И мои обновки к уже лету, к весне, то есть весны чуть-чуть осталось, но в любом случае, потому что лето тоже бывает прохладное. Черный спортивный костюм, но он не совсем спортивный, мне очень нравятся вещи от Кабанчика, потому что... Они в стиле casual, их можно миксовать между собой, и вообще они крутые. Я обожаю, вот, к примеру, да, я достала свой спортивный костюм, опять же спортивный. Он для меня все эти 2 месяца на карантине, он был домашний, причем я выезжала и в магазин, и вообще везде, там, строительные магазины, куда угодно, то есть и дома в нем, и выезжаю. Он очень круто смотрится, также его можно одевать на одно плечо. Тут тоже эти вещи покажу на себе, наверное, в отдельном видео сделаю такое, как... типа фэшн. Фэшн мой профессион. Вот. Вот это вот очень хотела себе, смотрела, не могла определиться с цветом. 3 цвета. Это костюм, такой лен. Материал легкий, для лета вообще идеально. Цвет я называю кирпич, у девчонок он называется как-то по-другому, я уже не помню. Он... Сейчас я включу свет. Он очень стильный, это пиджак и шорты. Смотрите мои видео дальше, чтобы посмотреть эти вещи на мне. Это платье, оно тоже очень легкое, тоже несколько цветов. Я выбирала между серым и вот этим вот винным. Думала, надо взять что-то поярче. И вы знаете, я очень люблю, кто меня смотрит... платья, майки. Мне очень нравится, когда облегают фигуру, но при этом комфортно, удобно. Вот. Много цветов, и яркие тоже есть, я взяла спокойный. Все это покажу на себе в отдельном видео, так что, кто не подписан на меня, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы, когда выходило у меня новое видео, вы об этом знали. Вот. Это из того, что, как бы, вы просили, да? Сейчас покажу...
Что я еще купила, раз это домашний влог, то ловите. Это мне порекомендовала мама, она была у дерматолога. У нее с волосами все окей, но у нее начались какие-то проблемы с кожей, и ей врач посоветовал вот эти вот витамины. Пользоваться SPF 50 обязательно. Я ей уже выслала крем с SPF 50, и вот она говорит: Ань, почитай состав. Я почитала и поняла, что надо и мне такое. Я купила и себе, и Доминике. Вот. В аптеке через интернет заказала, чтобы не ехать в аптеку. Стараюсь максимально не... Ну, пока карантин, да, не выходить, но иногда все-таки выходится. В магазин-то надо. Вот название, погуглите, может быть, вам тоже надо. Также я купила для окон своих. Так, туалетная бумага. Девочки не какают, это для Дёмы. Принцессы в туалет не ходят. Смотрите, это мне порекомендовали точно так же, как отмыть мои окна вот с этими потеками. Не знаю, поможет или нет, еще не пробовала. Надо типа на тряпочку нанести и попробовать отмыть окна. Это растворитель такой. Может быть, поможет, потому что этому налету, который на окнах, года 4, это с крыши текло, и теперь надо как-то его отмыть. Что я еще купила? Чехол купила. Может быть, кто-то знает, мне надо много таких чехлов, но мне не хочется за них там сумасшедшие деньги платить. Я нашла, в принципе, не сумасшедшие деньги, по-моему, 68 или 69 гривен. Это такой чехол для одежды. Сейчас хочу позакрывать шубы, куртки. У меня же теперь есть гардеробная, но я туда как раз и не хочу вешать верхнюю одежду. Поэтому летом планируется большой шкаф, куда и спрячутся все эти вещи, которые теплые. Но они в любом случае должны быть в чехле, чтобы, ну, как бы, там, моли, все такое, не поела. Так, это для дома, и, в принципе, все. Да. И все. Мы сейчас с детворой рассказывали страшные истории. Дети напуганы. Ну, говорите за себя. Да? Кто только что, блин, боялся дверь идти закрывать? А? Я просто вам подыгрывала. Ага, конечно. Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, мы слушали Никину историю, чего она боялась в детстве. До Дёмы не дошли, потому что он сидел вот с такими вот глазами и говорит: я не буду спать. Не буду спать сам, поэтому я решила, что мы посмотрим какой-то добрый мультик, чтобы как бы прошла эта история со страхом, потому поэтому что... Поэтому мы начали смотреть мультик про людоеда и принцессу. Ну, говорит, давай посмотрим типа «Веселый карусель», добрые советские мультики. Истории, Никины истории, они даже меня напугали, поэтому бедный Дёмка, он сидел вот с такими глазами, реально. Да. Вы тоже так делали? Мы в детстве обожали рассказывать истории страшные. Так, хочу вам показать распаковку и не только. Тут я заказала еще 1 кг клевера. Хочу кое-что там, кое-где досеять. Для сладости для Демида. Смотрите, есть, особенно для деток, как Демид, который нельзя сладко, иначе сыпет. Вот сладости, которые, можно сказать, да, органические. Органик. Вот, они правильные, поэтому я внизу оставлю ссылочку на девочек, а вот в магазинах. Вот, номер телефона, ставьте на паузу, кому надо, и Инстаграм. Здесь витаминки. У меня есть такой фирмы витамин В, а это биотин. Я как бы волосы пытаюсь отпустить. Вот, и витамин D для Демида. Вот, отдельно, потому что я ему давала витамин D с тем, как он называется, Биогай, витамин D с Биогай. Так, это показала, сейчас еще покажу. Сделала заказ для Демида, увидела у девочек в Инстаграм, я у них время от времени заказываю малому вещи, вот, качественная детская одежда, вот Инстаграм, вот номер телефона, ставьте на паузу, если кому надо. Итак, штаны. Я взяла ему 122 размер. И, по-моему, великоваты. Хотя нет, нормально будет. Потому что он как-то быренько вырос. Да, малявка? Всем привет! Так, Дём, смотри, что я тебе купила.
В общем, тут двое штаников, они легкие, они и для лета подойдут, и сейчас на, ну, к весне, то есть весной носить. А да, это тебе. Ого. Да, вот посмотри. Это вот, стоп, смотри, вот это витамин D, это для мамы, а это вот девочки тебе передали вкусности. Да, это полезные вкусности. Ого. Скажи спасибо. Спасибо. Мама чего-то вкусненького нам передала. И вот. Внутри это хлопок легенький такой, так что будет хорошо. И пара футболочек и шорты. Вот такие легкие шорты. У него уже такие были, они действительно легенькие, неплохие такие. Для лета вообще самое оно. И две футболки. Мне вот эта футболка понравилась, черная с белой. Молодой человек заказал ему кроссовки, такие белые найковские. Конечно, белый цвет, он для детей не сильно практичен, но это будет очень красиво, поэтому шортики или штаники, такая белая с черным футболочка, или такая белая футболочка, и класс. Вот. Все хлопок, все мягенькое, так что, девчонки, если вдруг что, отметила. Так, и что я еще купила себе? Сейчас была в аптеке, взяла бальзам пчелиный мед, потому что помимо увлажнения надо еще и питание. Мед — это питание. Через мейкап заказала вот такой шампунь по рекомендации подписчицы. Она говорит: Ань, хороший шампунь, типа попробую. Я взяла его, попробую. Вот. Также я пью, и у меня сейчас это закончились. Вот такие вот витамины. Это получается... Ой, Дем, малыш. От А до цинка. То есть здесь есть разные витаминки, также биотин, но надо по рекомендации, получается, врача. Вот мне врач именно эти рекомендовал. Он говорит, здесь небольшая дозировка и, в принципе, как бы для общего как бы состояния. Здесь и фолиевая кислота, и, в общем, все-все-все. Я их пропиваю время от времени. Вот, витамин Е. Я его тоже пью на постоянной основе. Когда он у меня заканчивается, я опять заново его покупаю. И я не могу без вот этих вот колес. Это цитрамон, когда мне низкое давление, и спазмолгон. Стараюсь, конечно, не пить таблетки. Я сначала, типа, подышу, выхожу на улицу. Если голова болит, делаю определенные упражнения, чтобы голова прошла. Если не помогает, тогда уже пью таблетки. Все, вроде бы показала все. Здесь, я уже сказала, да, клевер. Клевер красный. Но это к строительным влогам. У меня их на канале много, так что, если хотите, посмотрите. Ну и все. Я, кстати, в спортивном костюме от Кабанчика. Я вам показывала, да, в начале видео. И видите, надела бра. Так хорошо смотрится. Это такой спортивный костюм с... Ну, как можно опустить одно плечико, и будет очень так прикольно. У меня такой же есть в бежевом цвете, и прям он потрясающий. Я все 2 месяца, можно сказать, с него не вылазила на карантине. Его можно и в мир, и в пир. И вот черный. Черный очень, конечно, классно смотрится. Также заказала молодому человеку тоже черный спортивный костюм. И будем вдвоем. У Демки есть вот такой вот, как у молодого человека, черный, только в красном цвете. То есть для малышей это унисекс, и для девочек, и для мальчиков в разных цветах есть такие спортивные костюмы на разные размеры. Тоже хлопковые, очень прикольные, приятные к телу. Ну, это так. Ну и, в принципе, все. Вот такой вот домашний влог. Я на этом свое видео заканчиваю. Пишите мне комментарии. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.